В день памяти и скорби в Нижнем Новгороде у памятника Стеллы пограничникам всех поколений посвящается. Прошла акция «Я помню». Она была организована Нижегородским региональным отделением «Единой России». В ней также приняли участие член общественной организации «Нижегородский пограничник». Участники почтили память погибших защитников Родины минутой молчания и запустили в небо 150 светящихся воздушных шаров. А рядом с мемориалом были установлены объемные буквы с подсветкой, выложенные в слово «Помним».